На Чебоксарском стадионе «Спартак» планирует сделать поле с подогревом. Это позволит увеличить тренировочный процесс на 4 месяца. Поле будет покрыто искусственным газоном. Реконструкция стадиона проводится в рамках концепции наследия чемпионата мира 2018 года. Кроме футбольного поля, на нем должно появиться оборудование для занятия легкой атлетикой. Всего на капремонт «Спартака» и установку системы теплоснабжения предусмотрено более 41 миллиона рублей. Городской бюджет выделит около 9 миллионов. Реконструкцию должны завершить 1 ноября.